Всем привет, уважаемые зрители. Опять направляюсь в Белый дом к Роману. Буду подстригаться. Нужно себе приводить порядок. А то утром встаешь, волосы дыбом торчат. Как черт копеечку искал. Расстояние до Белого дома 4 километра 200 метров от моего дома. Это я говорю тем, кто не знает. Ох, куда ты несешь? Мы видели? Вот куда нестись? Покрытие мокрое, летит, его аж немножко кинуло. Спасибо, дружище. Я ему хотел уступить, а он не уступает. Запечатывать, боится, что... Пускать уже, наверное, не хотите, да? Нравоучение не нравится? Да, всегда запоминаю. Здравствуйте. Доброе утро. А, ты снимаешь, да? Что-то еды тут везде, на постели. Да, я уже заснял. Да это не еда. Я заснял. В школе что-то были, забирали продукты. Пряниками подслащают. Дай кофе, был пряник один. Ира, что готовишь уже с утра? Ты или уже обед? Ира, ну что, читала комментарии? Читала, мне ничего. Что, не нравится? Я живу, я к вам никому есть пить не хожу. Я живу своей жизнью. Понятно? Правильно, молодец. Не пофиг, что они там пишут. Поддерживаю, у каждого них, своя жизнь. Я от них независима ничем. Ничего, я живу так, как я живу. Да, ля-ля. А вы боитесь показать свою жизнь. Чего? Понятно? Что вы там ругаетесь? Иринка. Ну, мне говорят, веди себя нормально. Я буду соответствующе вести, как пишешь, чтобы неповадно было. Пишут, значит, ты будешь сопротивляться, да, бороться? Значит, буду писать, буду делать так, как они пишут. Потом... Ты лучше знаешь, что им пожелаю? Она ушла уже. А ты что, Рома, читаешь? Да, она ведет себя как это. Да пусть ведет. Как камеру ты включаешь, она начинает. Я говорю, веди, как ты должна. Естественно, как, да? Да, естественно, как в жизни. Нет, она начинает. Она играет, роль она начинает. Играет на камере. Ир, ты отыгрываешь всегда нормально. В принципе, незаметно, Ром, что она там позирует на камеру. Она, мне кажется, естественная. Я сейчас политику прочитал, должна нормально. Уяснила, ну, вроде. Твоя политика, если мне надо, я все равно выскажу свою точку мнения, понимаешь? Нет. Мне никто рот не закроет. Хоть ты здесь обосрись, и выскажу все равно. Будет вам будут обзывать. Да мне так просто, они и так обзывают. Меня обзывают. Мне все равно. В смысле? Да нет. Пусть она как хочет. Я за себя знаю, а остальное мне пофигу. Они энергию из соринки сосут, да, пока она не сдуется. Побольше. Жары высосите мои последние. А что я хотела? Ну ладно, не будем об этом. Негатива и так полно на канале. Один негатив. Я там уже написал им. И петицию, может, кто-то прочитает. Я уже читал, что он писать. Ты знаешь, как один, одна, как сказать, одна коза паршивая заведется в стаде, начинает писать всю хрень, и другие подходят, свое мнение, нет? Да. Вот они пишут. Последователи всегда находятся. Но некоторые люди молодцы. Советы добрые дают. Спасибо вам, друзья, огромное за эти советы. Рома, тебе очень много пишут. Если ты не возьмешься за свое здоровье, это кончится все печально, понял? Да, я сам знаю. Ну, сам знаю, надо действовать. Смотрите, как он мне шапку сделал. Кто сделал? Там на стриме парень какой-то говорит, Ром, сделай бесплатно. Я говорю, сделай. Ну, ни хрена себе, молодец. Ну, за час, наверное, мне сделали. Вообще отлично сделал. Смотри, так подобрал-то классно. Вот его канал. Как называется? Давай прирекламируем. Бон-бон. А, Бонни-бон. Игры без комментариев. Он, короче, тут игры друзья, проходит. Можете подписываться. Вот, Игорь, смотри, прикольные игры такие. Проходят. Любовницу божество. Только не забывают, что их божество – это чья-то хреновая жена. Скоро ТикТок, наверное, будет наверху. И Ютуб переплюнет. Хотя уже, наверное, переплюнул, да?
Где ты его нашла? Ой, я не могу, я угораю. Не буду, блин, пока.